праздник Светлого Рождества Христова является одним из самых узнаваемых и самых почитаемых праздников православной и вообще христианской церкви. Но основное, что необходимо знать и понимать христианину, это то, что любой церковный праздник должен начинаться с молитвы. И сейчас, накануне Рождества, также проходят праздничные службы, и на сам день праздника, конечно же, будет торжественное всеночное бдение, которое совершается во всех храмах абсолютно. И по возможности любой православный христианин должен на этом богослужении присутствовать. Ну а после богослужения, конечно же, уже можно принимать и давать поздравления своим родным и близким, своим друзьям, своим коллегам по работе, дарить и принимать подарки, говорить много хороших и теплых слов, поздравительных, пожеланий. Все это в совокупности делает этот день и атмосферу этого дня праздничной, рождественской. То есть то, что трудно передать словами, но то, что каждый из нас чувствует в эти светлые дни Рождества Христова, вот эту праздничную, таинственную атмосферу. Хочется поздравить всех с этим радостным праздником, пожелать всем, абсолютно всем, без исключения, мира, радости, добра, благополучия вам, вашим семьям. И чтобы все из нас, все хранили вот этот отпечаток и светлый огонек праздника в своем сердце на протяжении всего года, чтобы Рождество Христово согревало наши души, наши сердца, сподвигая нас на добрые дела и на то, чтобы каждый день делать себя и окружающих нас людей, и окружающий нас мир немного лучше. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.